Давай как откуда-нибудь отсюда. Какая интересная штука. Кажется, пришла пора задать мне мои остроумные вопросы профессиональному саксофонисту, точнее, саксофонистке Маргарите Власовой. И вы такая тут стоите. Йоу! Сколько у саксофона нот? Ой, 2,5 октавы. Прекрасно. А он весь такой жирненький. Слово саксофон от какого образовано, вы знаете? Я слышала, что когда играешь на саксофоне, очень много там слюней скапливается. Да. Тут где-то должен быть, наверное, специальное отверстие для прочистки, да? Нет, вот это, по-моему, на трубе есть такое. А что такое машинка? Машинка Биби? Машинка – это такая штучка, которая закрепляет трость. Как надо слушать джаз? Внимательно. Это называется трость. Она сделана из тростника, поэтому она тростью называется. А у девочек они розовенькие. Их надо менять постоянно? Но они ломаются, да. А вот можно, например, в саксофоне прятать какие-нибудь секретики вот там? Если, например, играть где-нибудь на улице, можно засунуть прямо сюда эту колоночку. Сложный вообще инструмент? Ну, довольно сложный. Надо запоминать комбинации. Один палец средней руки. Левой руки средний палец, один средний палец левой руки. Это до. Это будет до. Это си. Это не для слабаков. Ну, как? Не стоит позориться. Вот у Маргариты даже без саксофона получается правильный звук. Саксофон. Ничего не работает. О! Ничего себе! Классно! Ну, слушайте, мне для полного счастья уже и этого хватит.